короче, украинцы были заложниками Януковича. Янукович был заложником Путина. Путин есть заложником своего комплекса неполноценности. И также россияне заложники Путина. А поскольку они выбирают Путина постоянно, постольку они и тоже заложники его комплекса неполноценности. То есть отвечать всей России, к сожалению, и всем россиянам, которые ответственны за эту неполноценность. Потому что Бог им таких неполноценностей не давал при рождении. Давал им полную полноценность по воле и образу Божьему. А они, россияне, избиратели Путина, превратили этот образ и подобие Божье в комплекс неполноценности Путина. Жесть.